Да, я им сейчас покажу, что у нас даже таких. Оппозиционеров. Да. Их задержат, не бьют, просто они будут. Да, у них BBC-шки фильмы. Да, я хочу. Если просто чемпион футбола есть, то после этого все отпустили. Я помню, Сол Кэмпбелл заявлял, что А, да, потом фанаты украинские сделали, прикольно. Нет, там ничего не сделали. А, ничего не сделали. Донецк, кажется. Там, понятно, есть игра. Таких не было. Ванин, он был с такими, что смотрел на Федерации. Кстати, он рядом. Да? Да, все в один пятачок как-то засунули. Ну, чтобы подрались. Продовой бар. Московский, да, московский. Люди нужны шоу. Знаешь, как это можно назвать? Это группа в кэтл? Как-нибудь так. Стой стороны. И это все дикси. Да, дикси упадки. Это какое совпадение? Напиши, что в России так пас дикси упадки. С украинским флагом. Да-да-да. Чик-сей. I think this is dedicated to the St. Patrick's Day. But I can't see any people with girls of this sort of style wearing green flags. I can't see them at all. And that's a pity. There are still more and more people approaching, and more flags of various organizations. Извини, вот вопрос. А вот да. Где так говорить? В Англии рос? Нет, я 3 недели уже в колледже учился, но я просто сам научился. Сам... Это русский? Ну, я наполовину белорус, наполовину грузин. Наполовину. А так я белорус.
Вопрос, что касается американского посольства,
Просто проблема уже с операционной системой. Я с контролем нормально. И тебя тоже.
пойти. Пробег такой, дело пробег. Не, просто тут пустая улица и велосипед есть. А ты был на Павловском? Нет. Такой попустился на эпично. Особенно вот эти как мужчины, где полсаны по шестам. Это у Юноса есть, называется. Сыкерский флагин, и с прославным пиздом, да. Дальше. Настолько все массировано, что и так и достаточно. Мой идейный день. Все, политические задачи. Где полицейские? Где живут несколько кого-то? О, давай, давай. Ну там же вроде был флаг этого, его партии, так называемый. Да не Парнас вроде, он же Народный альянс называет. Новый, да, новая партия. А, кстати, он даже зарегистрировать не может, заняли за патрогубль, за полгода. Ну, да. Название его сейчас судится с ними два. Просто нужно настолько импотент в политике, что пытается свое внимание, чтобы... Да, как-то надо, вот, как-то надо. Кто-то найдет на свете за такой. Да. Зеленые вот. Человеки, голков. Да, вот интересно. Фенки, разные старки, вот сайты, что флаги есть там. Многие страны боялись, так называют, конечно, все внутри. Что я знаю? Митинги антиграждански. У нас либералы еще не было. 20-15 сейчас уже. Хотя, почему?
Только я понимаю одно, когда я с этим учился, он в Америке соединялся. Он даже в Америке соединялся, он связался с различными. А здесь я сам не учился. Съел много немцев. Сейчас я спорю. Это так, что еще один флаг минус. Кажется, это где-то отмечалось. Не сравнить это с этим. Хочешь? Давай, давай, сменить первый. Че ты угораешь? Слоупок с белой лентой. Очередной.
конечно, что ценим. Thank you.
тибетский флаг, что он тибетский. И буддистский флаг. Ну, а видишь, флаг, красный, синий. Полукрой, полукрой, солнце. Какой тибетский флаг? Давай на следующий флаг. Так, девочка, на 1050 будет не меньше. Не меньше. Иди, там все. До конца нет. Я тут оттуда сейчас иду, до самого конца. Знаете, что там сделали? Они сделали... Они площадь не пустили на расширение, а сделали такой тупик, вот они уперлись. Красные флаги. Да, здесь. Прямо готово было на там стационарные стояли, там посередине трибуна, и прямо напротив нее метров 50 стоит стационарная площадка. Ну, вы знаете, вот столько, там столько же, столько вот здесь открыли. Сколько здесь человек? Вот от нас до памяти. Да, вот столько. На том месте.
вообще, пожалуй, что нужно? Я что-то чуть не носил. Поезжай ты сейчас, не считай. Нет, вот я говорю, что вот примерно. Здесь вот в этом секторе мы видим больше, чем на фильме. Вообще, это не на фото. Что? На фото похоже. Сейчас-то я смотрю, там концерты. Я пришел, уже там конца не видно было. Они даже здесь тысячные объекты. Мы хотим войны. Поэтому не нужно. А, это будет.
Thank you.